друзья, привет! Добро пожаловать в Канаду. Мы с вами находимся в одном из больших торговых центров в пригороде Торонто. Какой-то новый магазин открыли ужасающей одежды. Ну, вернее, для молодых девочек нормально. Я зашла в H&M. Тут абсолютно ничего нет интересного. Ну, то есть вообще раскупили все. Я хотела посмотреть, что на сейле, что есть на распродаже, но нету ничего. И я пойду в другой магазин. Вот это, кстати, обувь и сумки. Видите, все налепили сумок под Праду. Покупать не хочу. Да, так вот, в H&M ужасающая пустота. И мы с вами отправляемся в магазин под названием Gap. Посмотрим, что там есть. Это магазин довольно популярный в Канаде, в Америке. Здесь в нем очень много людей покупали раньше, когда не было всяких в Канаде, во всяком случае, до того, как появились всякие Зары там. И чтобы вы понимали, Зары у нас появились не очень давно. Магазин Gap пользовался невероятной популярностью. Я сюда хожу редко, потому что здесь довольно все дорого. Я знаю, что этот магазин как бы вышел за пределы Америки, причем уже довольно давно, какое-то время назад, по-моему, в Европе его тоже уже знают. Это такой, знаете, магазин такой немножко не то чтобы спортивный, но очень такой простых фасонов, ничего такого изысканного. Здесь есть мужская одежда, женская, детская и спортивная есть одежда, я вижу. Вон есть распродажа. Пойдемте посмотрим, потому что сейчас, когда период сейлов, самое интересное – это распродажа. Посмотрите, какой большой отдел распродажи. Но здесь, видите, много брюк. Это, по-моему, мужская распродажа. Вот это женская. И тут всякие маечки, брючки. Я думаю, что здесь можно купить неплохие джинсы, неплохие шорты. В общем, такая одежда, casual, что называется. Видите, вот шорты. Но вот тут я вижу и платье. Может быть, мы что-то здесь найдем? Давайте поковыряемся. Если что-нибудь найдем, то попримеряем, конечно. Итак, дорогие дамы, мы находимся в примерочной магазине Gap. Это очень известный старый американский магазин. Ну, как старый, но ему много лет, он существует в Америке, в Канаде много-много лет. Когда-то он был на каждом углу, в каждом шопинг-центре он обязательно существовал. Сейчас они очень много их закрылось, потому что открылось много магазинов онлайн, и держать магазин стало невыгодно, собственно, как все другие магазины. Но когда-то это был один из центральных магазинов американских, которые знали все и в котором все одевались. Значит, я довольно удивлена их ценами. Почему? Вернее как, на распродаже они сейчас просто очень дешево все продают. Значит, вот эти все платья, которые я принесла, все абсолютно, что я принесла, я проверила, это 100% хлопок. Все абсолютно платья, абсолютно все 100% хлопок. И видите, на этикетке написано $40, но они сейчас все по 20. Все платья по $20, я спросила. Есть очень симпатичные сарафанчики, есть очень симпатичные платьица. Прямо у меня загорелись глазки у старого шопоголика. Почему я нередко хожу в этот магазин? Потому что, ну вот видите, вот платье стоит, допустим, $85, летненькое такое, легкое. То есть они не то чтобы дешевые. Вот это, видите, 50, но они мне сказали, что они сейчас все по $20. Сколько оно стоило оригинально? Видите, вот это стоило $100. Потом оно стало 60, сейчас оно стало 40. И сейчас мне сказали, что они все по 20. То есть, ну вот $100 по такой платье. Но неплохой, кстати. И опять же повторюсь, это все хлопок. И давайте будем примерять. Что мне здесь нравится, что примерочная большая, примерочная чистая, народу мало, никто здесь не гремит, не шумит. И музыка играет, но, по-моему, я ее свободно могу переключать. Первое платье. Хорошенькое такое немножко детское платьице. Платьице-халат на пуговичках. Очень симпатичная расцветка. Как я уже сказала, хлопок. Размер медиум. Все, что я принесла, это размер медиум. Карманы есть. Миленькое платьишко, хорошенькое такое. Вот здесь прям такое клешное. Слушайте, серьезно, очень симпатично.
Мне нравится, что в нем есть карманы. Единственное, что мне в нем не хватает, немножко подкладки, потому что оно немножко светит. Но, в принципе, очень-очень хорошенькое платьице. Прям такое, знаете, на дело пошел. Хорошая длина, не слишком короткая, не слишком длинная. Симпатично, нравится мне расцветочка такая, желтенькая, класс. Так, сколько, видите, вот так называется магазин Gap. И написано 40, но говорят, это вообще смол даже. Это вообще смол. Видите, как оно довольно такое большое. Я не очень знаю размеры себя в этом магазине, потому что я очень здесь редко бываю, но вот, по-моему, вот этот вот сарафан медиум, он очень красивый. Просто шикарно. Во-первых, здесь во всех платьях есть карманы. Смотрите, какой симпатичный сарафан. У него очень такая спокойная, красивая расцветка. У него есть пояс. И он, видите, как сделан? Отрезан вот так наискосок. И потом отрезан снова вниз. Здесь еще сбоку у него есть разрез красивый. И шлейки такие резиновые. То есть вот они сделаны как резинка. Они не будут спадать. Очень классно. Мне очень нравится. Если он действительно стоит $20, повторюсь, это хлопок, девочки. То есть просто прелестный сарафанчик. И такая расцветочка спокойная, знаете, не надо ничего придумывать. Такой бело-бежевый. Очень красивый. Здесь тоже разрез. Симпатичный. Видите, какие шлейки? Очень удобно. Бретельки сделаны как резиновые. Это очень удобно, потому что они не спадают. Ну вот, здесь написано, что он стоит 50, но мне заверили, что все они по 20. Это был размер медиум, я примеряла. Хлопковый сарафанчик. Очень симпатичный. Что у него сзади? Сзади у него то же самое, что спереди. И вот здесь вот видите, вот вся горловина и подмышка, и сзади все вот сделано вот такой же вот, как будто бы резинка, то есть она как-то собрана, ну что она не болтается свободно в полете, а очень-очень хорошо так лежит. Спортивное такое платье, немножко мрачное, темно-серого цвета, тоже хлопок, только такой потолще. Тоже у него с карманы вот здесь. Здесь внизу, видите, такие разрезы, как платье-рубашка. Своеобразное, необычное. Вы знаете, я сначала посмотрела на него на вешалке и подумала, какое-то оно страшное. Но если честно, то надевши на себя, оно мне чуть-чуть маловато, по-моему. Это тоже медиум, мне кажется. Вот здесь вот оно нормально, вот здесь, а в копе оно такое плотненько так сидит. Но ничего, не страшно. Тоже очень симпатичное платье. Ну, не то, что прям уж такое красивое, но такое, знаете, что-то в нем есть такое. Что это за размер? Это small. Мне надо было бы medium. Вот, поэтому оно мне вот тут вот. Вот тут оно мне. Ой, пальцем закрыл. Вот тут оно мне маленькое. Это small. Вот что-то я, по-моему, не было medium. Было small и large, что-то такое. Я решила, что вот здесь вот оно такое широкое. Я решила, что оно мне будет хорошо. Но вот здесь вот в попце оно мне маловато. Ну вот, я возлагала большие надежды на это платье и не ошиблась. Оно очень красиво, так красиво сшито, и цвет очень красивый, фасон очень хороший. Значит, здесь три пуговички, пояс вот сделан вот такой вот кулиской, и внизу как-то оно, по-моему, спереди оно немножко короче, чем сзади, мне кажется, во всяком случае, да. И оно очень красивое, и карманы в нем, видите, такие большие карманы простроченные. Вот это платье мне очень нравится. И оно не сарафан, оно не на шлейках, а видите, у него как бы такой широкая здесь шлейка. В принципе, сарафан, вернее, скорее платье без рукава. И опять же на жару хлопок шикарный. Просто очень, мне очень нравится. Мне здесь кажется темновато, правда, девочки? Или мне кажется? Очень красивое платье и очень оно мне нравится. Это медиум, если оно действительно стоит $20, я, конечно, его возьму, потому что хлопковое платье такое красивое. Не везде найдешь, не везде купишь.
medium размер. Видите, написано, что стоило на $100, сейчас 40, но опять же говорят, что 20. Очень будем надеяться. Это, конечно, платье не для меня, я сначала хотела вообще его не снимать, но потом решила, раз принесла и померила, то покажу. А если бы у меня была 16-летняя дочка, я бы купила ей этот сарафанчик джинсовый, он миленький, очень хорошенький. Вот здесь вот так все сборочки-сборочки, у него тонкие шлейки и совершенно там голая спина вырезанная. И вот эти шлейки, тут так крест-накрест сзади. А коротенькая, с кармашками, хорошенькая, но, конечно, не мой фасончик. Я для него уже взрословато, так скажем, для этого платья. Так, в принципе, очень хорошенько, очень симпатичный джинсовый сарафанчик. Чтобы вы не думали, оно тоже стоило $95, этот сарафанчик. И вот это medium petite. Petite это для женщин маленького роста. $50. И дело в том, что обычно размер petite это не только для, в принципе, маленького роста. Он и размер-то поменьше всегда. То есть, если это medium, то этот petite medium будет немножко меньше в размере, чем обычный medium. Но вот это я бы не сказала, что он такой уж маленький. Ну, конечно, для девочек молоденьких это симпатично. Это такой платьице парашют. Коротенькое, выше колена, но оно с длинным рукавом, у него есть подкладка. Вот это желтенькое, помните, я примеряла, оно тоненькое, без подкладки. А это черное с белым, и у него есть подкладка, то есть оно такое более, тоже все хлопок, оно такое более зимнее. Ну, ничего, симпатичное, но так как-то явно. Какая-то как бочонок получилось. Странно, обычно мне платья парашюты идут, а это как-то совсем не очень. Мягко говоря, прям совсем не ахти. Поэтому мы его повесим назад. Но, в принципе, как вариант, очень-очень симпатично. Значит, medium это было, тоже стоило на 85, размер medium, она немножко такой, знаете, как для беременных хорошо, в принципе, если кому надо. Но видите, здесь подкладка сделана, тоже так аккуратно все пришито, все хлопок, все натуральное, очень такое симпатичное, но хорошо сделано, простенько так, но со вкусом. Ну что ж, дорогие дамы, я должна сказать, что мне понравилось кое-что в этом магазине, мне понравилось вот это очень платье, и мне понравился вот этот сарафан. Полосочку. Ну, посмотрим. Я сейчас пойду на кассу, спрошу, сколько они стоят, правда ли они стоят $20, как мне обещали. Вот, такой вот магазин новый для нас. Может быть, я один раз в нем делала примерки, но давно. Прям в самом начале моей ютубной карьеры. Все, на сегодня все. Люблю, целую, скоро увидимся. Всем привет с канала, пока-пока-пока.